В центре города продолжается ремонт дорог. Работы идут на улице Садовой от Затонной до Полевой. Их ведут на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Общая протяженность объекта свыше 3 километров. Подрядная организация приводит в нормативное состояние около 40 тысяч квадратных метров покрытия. Работы идут на 3 участках. На 2 из них, от улицы Полевой до Красноармейской и от Ленинградской до Затонной, проезжая часть уже отремонтирована. Сегодня на последнем участке от Красноармейской до Ленинградской началась укладка асфальтобетона. Этому отрезку дороги подготовительным мероприятиям уделяют повышенное внимание. Здесь большое количество люков смотровых колодцев, которые заменили на антивандальные, антишумовые и подняли на проектную высоту. На всем протяжении участка также установили бордюры. Вот этот участок самой середины укладываем в последнюю очередь, после того, как завершили монтаж бортового камня. Это последний прямой большой участок, то есть у нас сегодня укладка и завтрашняя завершающая укладка. Завтра будем производить укладку в обратном направлении. Протяженность порядка 800 метров, по объему порядка 750 тонн асфальта. Работы идут в 3 кварталах из центра города. Затем рабочие перейдут на другое направление, в центр. Таким образом, подрядчик минимизирует неудобства для автомобилистов. Горожане с нетерпением ждут обновления дорожного полотна. Ну, как любая дорога имеет свой срок эксплуатации, да, и там выбоины, ямы и так далее. Поэтому ремонт, когда наступает, я думаю, всем, кто здесь живет, становится более приятно использовать, эксплуатировать дорогу. У подрядчика горячая пора во всех смыслах. В момент укладки температура смеси 140-150 градусов. При высокой температуре воздуха асфальтобетон застывает дольше. Полосы, где только что устроено новое покрытие, дорожники огораживают. По уложенному автодорожному покрытию проблем никаких не возникло. Лаборатория все проверила. Там все соответствует ГОСТам и СНИПам. По тому участку, который предстоит уложить, мы также все проверим, также направим в лаборатории. После только лабораторных испытаний предпринимается решение о принятии участка в эксплуатацию или о непринятии. Согласно муниципальному контракту, в порядок приводят и тротуары. В рамках дорожного нацпроекта ремонт пешеходных зон сначала был предусмотрен только в границах улиц Ульяновской и Маяковского, где площадь работ составляет около 5600 квадратных метров. Однако, с учетом обращений горожан, плиточное тротуарное покрытие появится и на предыдущем участке от улицы Полевой с правой стороны в направлении в город. Это стало возможным в связи с экономией средств, не в ущерб качеству. Светлана Кудрявцева, Полина Чулюкова, Григорий Плешаков. События.